95 лет назад Совет народных комиссаров принял декрет о национализации кинодела в Советской России. 27 августа кинематографисты нашей страны отмечают профессиональный праздник – День российского кино. Было принято решение о национализации кино, и с тех пор кино стало важным государственным видом таким искусством. Говорили в праздничный день не только о прошлом, но и о настоящем и будущем. В частности, о Чебоксарском кинофестивале. Год от года он набирает обороты. Ну а через пару лет в Чувашии планируют реализовать еще один амбициозный проект. 95 лет назад было